Я принял? Вот, теперь да. Ты кем у нас? Протосом? Давай, ну, я протос. Раз ты протосом, я тираном буду. Все, погнали. Погоди, дай цвет выбрать. Ну, поехали. А мы их осилим? Осилим. Наверное, да? Почему, наверное, осилим? Искусственный интеллект 4, искусственный интеллект 5. Я уже загрузился почти. Я давай. Тоже. Давай, грузись. Ну, ну, чего? Я встрял. Че? Загрузка-то? Да. Так а у меня не загрузится, пока у тебя не загрузится. Тут же синхронизация кода идет. Значит, у тебя должен догрузиться, да? Да. Я загрузился. А, вижу. А у меня синхронизация с тобой нормально не идет. У меня дольше грузится. Или может из-за того, что запись сейчас идет? Нет, только запись идет. И чё? О, погнали. Зачем двое это записывать? Я не знаю, у меня свой канал на YouTube. Сколько у тебя подписчиков? Ноль. У меня тоже свой канал на YouTube. И у меня 3 подписчика. Лёха и твой друг? Не, какие-то левые парни. Так. Мы оставим сейчас всякие фигатини. Они сейчас прямо вот так на нас пойдут, да, я понимаю? Ты уверен? Почему? Чё ты это взял-то? Ну, 100% сделал. Почему ты уверен? У нас один заход на базу всего. Чё бздишь? В смысле? Нет, я думаю, они сейчас вот так уже пойдут. Чё бздишь? Я не бздю. Я не трус, но я боюсь, да? Как всегда, обычно у них достаточно минералов, как обычно. Минералов мне, минералы мне давайте. Давайте. А, сейчас через пару дней это цива новая выйдет. Чё выйдет? Цива новая. Цивилизация. Она как бы уже вышла в данный момент. Не, на 27 октября выходит. На гаммозавре так можно уже купить. Ну и на предзаказ. Там уже написано, есть в наличии. Там она 1000 чем-то стоит. 1699 вроде бы. Дополнение, просто дополнение. Сама игра. Это дополнение к цивилизации 5 вообще-то. А, вот новая цивилизация, там уже не люди, а роботы какие-то. Ой, да блин, дополнение, я же говорю, что изменить не могут. А сама цивилизация 6, я не знаю, в каком году выйдет. 5 первые все включу. А ты там что строишь без палева? Как чё? То что надо. Хотя бы не говорил, ты там что строишь. Так, ладно, я сейчас буду врата строить. Кибернетическое ядро. Не знаю, что это за фигня. И где его взять? Тоже не знаю. А, для этого нужны врата. Понял. Давайте. Ты уже две базы себе зарубил, нет? Одна. Ай-ё!
я все забыл. Свои бы защитные базы бы построил рядышком. Я не знаю, я вообще, блин, честно говоря, я уже не помню, как вообще играть в этот StarCraft. Вызвать. Вот именно как его вызвать. Если бы я только знал. Я не знаю. А как? Я не в курсе? Чего? Как защиту ставить? Блять, фантомные пушки, что не построить? Ну, мне и пока еще рано. Я врата-то еще не могу поставить. Вооружейную могу поставить. Так, врата готовы. Так. Не знаю, кто это. Ну, фиг с ним. Вызов чего-то, но вызов непонятно чего. Вызов зего-то. Что-то я не понял, по кому мои стреляли. А вон уже к нам разведка ебашит. Да, я говорю, зерлинги. Он еще один. Протос. Против нас Протос как минимум один играет. Не знаю, что это за фигня вызвал. Чё, ты давай... Зила-то вызвал? Да. Ближний бой. Вопрос, а нафига? Так, керабинический ядро, где его достать? Да, да, тоже да. Давайте шустрее, работайте, работайте, работайте. Как же здесь все сложно. Нужно построить больше пилотов. Да. Ага. Только банан положить, уже раз уже и нету, понимаешь? Любительница бананов. Угу. Понятно. А, это у тебя от наушников не спина. А, это да. Кто там у тебя? Кто, жена, а рядышком чё? Она первый раз твои наушники видит? Нет. Спрашивают, кто там у тебя там рядом говорит. Кто спрашивает? Ребят, с которыми я играю. Какое дело? Кто там рядом говорит? Да, какое дело, куда тут рядом говорит? Так, кто? Опа, опа, опа! Рядом с нами базу основывают. Выведи-ка своего Зилота вперед. Так, это Зерлинг и Протос. Отгони Протоса. Зерлинг похеру на него. Кыш, кыш. Все. А че они убежали-то? Так испугались, ёпаю. Это ж один рабочий, а один воин, блин, был. По мне фигачат. Ну все, отведи обратку. Ох ты, уже в атаку пошли. Не бзди, сейчас справимся. Так. Ладно, я вызываю роботов. Вызвать сталкера. Пока он их вызывает, там год пройдет.
Архивы тамплиеров. Чё? Так, архивы тамплиеров. Мне нужны какие-то архивы тамплиеров. А фотонная пушка, она... Блин. Чего? Фотонная пушка — это турелька наземная, но она не противовоздушная. Только тебе надо было ближе к моим казармам ставить. Что, турель, просто не сказал. А уничтожу. Фиг с ним. Ой, не казармам, а к этим самым. К бункерам. О, правильно, правильно, молодец. Ну, свалил оттуда, ты не мешаешь. Молодец, только пространство оставь, чтобы потом наша армия могла выйти. То есть вторую фотонку рядом с нижней, с моей этой самой. О, ко мне пробрались. Видал, что творят, охуевшие? Где? 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 Он надо мной летает. А-а-а. Фотонная раз... пушка почти поставлена. Молодец. На, урод, на! Умри! Умри! Сейчас погоди, я его убью. Мне есть чем стрелять. Он не дохнет. Пофигу, ты уже вынес ему прилично. О! Последний выстрел. Не, предпоследний. Бах! Успел. Вынес. На, второго такого, такого же таракана. Вон еще второй есть. Ну, куда-нибудь раз сосветить. Чего тут? Жвачку проглотила. А это что такое? Я не в курсе. Чего? Этот у тебя, по-моему, этот обозреватель. А, часовой. Охранный щит, иллюзия, силовое поле. Ух ты. Архивы тамплиеров. Да, чтобы взять какое-нибудь мощное орудие, нужно что-то сильное построить. Вот мудаки, у меня тут вовсю летают уже. Охуевшие, где арсенал? А где мой один, второй таракан? Убили, что ли? Может быть. Так, и последняя фигня. Сейчас наставлю всякой фиготени, потом фиг разберемся, что к чему. Кибернетическое ядро, что оно дает? Исследование, по-моему, у тебя оно дает. А, оно уже есть. Так. Так, так и так. Хорошо.
И темное светильнище. Ой, не то. Че, что я там рядом с твоей базой маленько обустроился? Да мне насрать, делай что хочешь. Ведь не враги, вроде бы не враги. Так, где мой второй таракан? Куда уполз-то? Я вот что-то его не вижу. Я куда-то его послал, а куда не помню. Вон он под моей базой, под моим радарной вышкой верхней. Видали, как разнесли врага? Не видел? Нет. Вон враг идет. Мои фотонные пушки действуют. Вот свои-то фотонные, мои танки первее их выносят, смотри. Бух, нету. Бух, нету, это мои танки фигачат. А вот твои фотонки только выходят. Так. Я... Во-во-во. Фотонка с двух выстрелов разнесло. Не знаю, что это за солдат. Ой, долго стоится. Ну вот на разведку сходить. А смысл? Да. Пусть сами идут, да? Ну да, мы сейчас оснастимся. Правда, баз у нас маловато. Готово. Я готов его. У тебя твой таракан стоит вот вообще без дела. Ну какой таракан второй-то? Я его не вижу. Вот левую вышку мою видишь? Радарную. Крухов на карте. И точно вниз от нее веди курсор. Ага, во-во-во, нашел. Ну я со таракана вызову чуть побольше. А, этого гиганта-то? Да, колосса? Вызвать темного тамплиера. Так, нам не нужно создать еще одну. Мне хватит вообще, нет? Места-то. Придется расширяться. Давай одно. Ты своих тараканов с моего поля можешь уже нахуй выслать. Куда их? Куда-нибудь. Чтоб не мешались они мне. У меня там уже все, оборонка стоит. Ты на входе их береги. Ага, он уже летит один. Поставлю здесь вот этих обоих тараканов. И фотонку надо сюда поставить, потому что летают именно здесь. Он невидимый, да? Темный тамплиер-то. Не знаю, не помню. По-моему, видимый. Постоянно о маскировке. Темный тамплиер постоянно замаскирован. Круто. Пошел я на разведку тогда. Окей? Иди, чё. Ты не в курсе, где они вообще сидят? А, ты хочешь, чтоб я узнал? Сейчас я просвечу, подожди. Вот один протос.
Пойду туда. Тут нет никого, значит он левее выше, симметрично нас. А если я скажу на разведку, что будет? Да сходи, кто тебе не дает-то на разведку. Какой-нибудь бонус дают? О! Гомосек здесь один. О, к нам идут! Протасы, протасы идут. Да пусть идут, чё? Ага. А вот три, четыре человека. Два танка. Гранат меня не заметили. У меня ПВО нету, только пехотинцы спасают. Все, разнесли. Еще идут. Христос, дышит. Зерлинги, зерлинги. Кто так охает? Я. Тут типа такой прикол. ХД. Ты знаешь, что такое ХД? ХД. И что это означает? Христос дышит. Меня спалили. Заразители. Я не могу понять. Что еще стоит? Обнаружители у них есть. Если что-нибудь большое нету. Если у них такого что-нибудь большого. Они уже больше вас имеют. Ты моего робота чинишь? Да, молодец. Че, мод скачок? Будем скакать? Не будем? Твое дело. А как корабли-то вызывать? Че за скачок, я не понял. Вы в космосе что ли играете? Леха, ты вот все забыл. Как корабли вызывать? Большие-большие. Да ты должен что-то там построить. То ли аэродром, то ли еще что-то, блин. Ты смотри, там же пишут, что ж. А, во! Это мне сказали, да? Чё тебе сказали там? Истощение минералов. Да. Все, мне капец. Почему? Вон спереди ты базу можешь сделать. Алло, гараж. Вон ресурсов еще сколько. Так ладно это. Меня там сразу же и порвут. Мне пока 5000 так минералов. Хватит, думаю. Что я что-то их не особо трачу-то. Все мы часть. Что я сделал, я не то сделал. Во! Ну а теперь да. Стоять некуда. Ваши союзники в
Сейчас, погодите. Ой, надо... там уже это генератор варпа летит. Мне его разнесли? Летит еще только. И ко мне, походу, дело. Не так уж он и силен. Тора у меня апгрейджен. О, прикольно, уже птючки прилетели. Ладно, хрен с ним. Ладно, вызову тараканчика небольшого. Вот такого. А он что, стрелять по воздуху не умеет, что ли? Видимо, нет. Да ладно, я знаю. Ну ладно. Попробуем базу построить. Это делаем, это делаем. Веди нас. Нужно построить больше пилотов. Так, маяк в хватили, где его достать? Нет, нет. О! У меня один готов. Базу строишь дополнительную, молодец. Да ладно это, вон тараканчика создал. Базу, блин, так и так придется строить. Ну я по твоей базе, у тебя пушки помогают. Я вижу, вижу, вижу. Защищают, ничего страшного. Давай, 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 разрабатывай. И тогда перекрывай вот этот проход рядом со своей базой, чуть ли, чуть ниже моей базы, а я этот перекрою, чуть пониже твой. Хорошо? Сейчас, погоди немного. Я тебя вообще не понял. Короче, вот левее твоей базы есть проход на нашей базе общей. Левее твоей... Второй базы имеется в виду. Ну? Вот, ты его перекрывай, а я перекрываю торами вот этот проход. А, так у нас два прохода. Окей, я туда тараканами буду перекрывать, большими. Такие хватит? Да хрен его знает, хватит. Нифига, они даже ползают по скалам. Да, ты что, не знал? Они мощные, не в вкусе даже. Но ничего, сейчас скоро. Ваши союзники вступили в бой. Ой, мою КСМ-ку вынесли. Сейчас, погоди, погоди. Да пофигу. Все, я почти готов выпускать своего главного босса. Буду преобразовываться в материнский корабль. С меня-то тактику взял. Да. Хорошие пушки у них. База атакована. База союзников подверглась нападению. Они что, моих тараканов унесли? Да. Не бзди. Сейчас зачичу. Yeah.
больше тараканов надо было ставить. Нафиг мне тараканы, если я сейчас могу корабли вызывать большие. Сейчас два авианосца вызову, да. База союзников подверглась нападению. Они же помощнее будут. Тебя мочат. Опа, 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 меня мочат, да. Да, надо защиту обосновать. Лёх, сколько у вас тут примерно один бой так длится? Долго. По-разному. Как играть? Можно скоростной бой устроить, а можно, я не знаю, по-разному там. Кто-то ли невидимку поставил? Или что такое есть-то? Не знаю, чё этот корабль дает, я не знаю. Я сейчас занят, поэтому не О, могу. О, нифига себе, когда я мимо пролетаю, всё это... Исчезает. Как невидимка. Пизда моей второстепенной базе. Сколько их там? Сколько их там? Да уж. Излучатель пустоты. Куда ты пошел? Да там по соседству с моей базы, их база. Да там их много. Ничего страшного. Она хотя бы чем-то схожа со стратегией Company of Hero? Нет. Просто в Company of Hero тоже базу нужно строить, чтобы солдат, танки делать. Ну, здесь как бы покруче, да, Лёх? Ну, пора. Каждому свое, как говорится. Не факт. Все. Минус их база одна. Тут еще наступают. Похеру. Ты что, всех там разнешь, что ли? Совмещение призматических лучей. Ой, они тут базу образуют. Че? Ох, ё, сколько их здесь! Невидимки ходят. Вон, иди лучше ко мне. Тут у них база. Ты бы мне обнаружителя бы послал. Магани, эту базу ты сам выноси. Ой. А-а-а. Обнаружитель? Что такое обнаружитель? Ну, блин, чтоб я невидимых юнитов видел. А где его взять? Какой я тупой.
к моим торам в придачу. А то они невидимок не видят. А вот я вот именно не могу найти столько баз, а не могу где его создать-то. Это летающий юнит. Летающий? Да, у тебя летающий. Авианосец, что ли? Нет. Да я и не знаю, как он называет. Нет, не авианосец. О, одного я расхеракал уже. Нет. Ваши союзники вступили в бой. Сейчас, погоди. А, ну я тогда Феникса тебе пошлю. Ну, такого. Не, ребята, а чё стоим-то? Гоу сюда. Так. Ну ладно. Где ты есть-то? Да я их уже протосовскую базу пытаюсь вынести. Где мои торы, блядь, сука, стоят? Да что ж такое-то? Бесит даже.